Всем привет, с вами Брогеймер. В этом видеоролике расскажу вам, как пользоваться довольно-таки очень интересным приложением, называется оно Lensa. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформе Google Play или же App Store, а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика у вас на экране, она довольно-таки хорошая и отличается многим от других приложений, то есть именно от статистики других приложений. Так что, чтобы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрят большинство аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ну а мы начинаем. Итак, при входе в приложение Lens у вас будет вот такой вот интерфейс. А интерфейс довольно-таки несложный, разобраться с ним проще простого. Тут можно добавить фотографии, то есть, но для начала я бы хотел разобраться именно с настройками этого приложения, то есть, что в целом тут имеется. Тут можно подписаться на них в социальных сетях, затем поменять тему экрана, затем можно посмотреть редактор, то есть, начать с камеры, то есть, это, в принципе, вам, наверное, будет неудобно, и я рекомендую выключить сразу же эту функцию. Также посмотреть обновление этого приложения, обратиться в поддержку, допустим, если вам что-то, допустим, какие-то баги вы обнаружили, также посмотреть политику конфиденциальности и так далее. То есть, ну, я думаю, все эти функции, кроме поддержки, вам будут абсолютно не нужны. Так, я выбираю свою фотографию для именно импортирования и обработки самой, то есть, рассматриваем функции обработки, то есть, какие-то функции вообще есть. А первая функция – это функция экспозиции, затем функция контрастности, то есть, насыщенности, резкости, то есть, все эти функции вам помогают именно сделать вашу фотографию лучше и красивее, то есть я думаю, вы меня поняли, и в принципе вам они в целом при работе хоть как понадобятся. Также рекомендую изучить хотя бы с ними немножко более-менее поиграться, чтобы хотя бы понимать, что они вообще себя представляют, потому что многие из вас, наверное, не понимают вообще, допустим, функция оттенок, что это вообще придает он. Поэтому вам придется как минимум поработать с этими функциями хотя бы часок, поиграться с ними, и в том плане уже вы сможете разбираться с ними нормально, то есть уже будете понимать, как они будут работать, и уже применять их на свои фотографии, то есть довольно-таки очень интересно это все будет происходить у вас, и вы уже сможете создавать красивые обработанные фильтры, то есть для тех, кстати, кто не знает, что такое фильтр, фильтр это определенное наложение на вашу фотографию яркости, контрастности, насыщенности и всего в этом плане, то есть фильтр довольно-таки тоже частая функция, которую люди любят использовать. Также в этом приложении можно, оно может, так скажем, вносить изменения на лицо, то есть нового лица у моих, в моей картинке тут, как видите, нету никакого лица, то есть тут есть два персонажа, но лицо все же там виднеется особо-таки, ну и не виднеется, можно сказать, там, потому что я особо не рассчитывал рассматривать функции лица, они очень простые, и разобраться в них проще простого. Далее, также можно менять размеры, то есть именно самой вашей фотографии, также можно отменять действие, то есть есть две функции, шаг назад и шаг вперед, то есть эти функции вам конкретно пригодятся при работе с этим приложением. Допустим, если вы где-то накосячите, вам хоть как придется отменить шаг и сделать что-то, новый шаг сделать, то есть в этом плане действительно очень удобно, отдельный респект разработчикам, что они вообще это сделали. Также можно поделиться вашей работой с друзьями, то есть которую вы сохранили, вы можете поделиться и с друзьями, то есть в разных социальных сетях и так далее. Также все это сохраняется очень быстро, то есть порядка 2 секунд идет сохранение. В принципе, на этом все я уже сделал, но перед тем, как выходить с этого обзора, то есть я сейчас расскажу самые основные проблемы, которые случаются в этом приложении при работе с ним. Досмотрите лучше видеоролик до конца, чтобы потом не заходить на него и не пересматривать все это дело, потому что больше разбор подобных проблем вы нигде не найдете. То есть я сейчас объясню все проблемы, как их исправить и так далее, которые у вас будут возникать или возможно возникнут, если вообще у вас в целом телефон довольно-таки старый и так далее. То есть сейчас все мы об этом расскажем и так далее. Первая проблема, что делать, если у вас оно вылетает, то есть довольно-таки часто распространенная проблема, и встречается обычно на более таких старых телефонах. Также вторая проблема, что делать, если у вас оно лагает, то есть проходит лаги при определенных наложениях, допустим, вы накладываете фильтры на вашу фотографию, и у вас проходят такие небольшие лаги. Сейчас я вам объясню, как это все дело исправить. И такая последняя проблемка, как убрать баги, если вы их обнаружили, допустим, что делать, если вы обнаружили баг в этом приложении. Но для начала вы спросите, где я вообще нашел такую статистику, вообще в целом, почему случаются такие проблемы. Во-первых, я посмотрел все дело в Play Market, почитал в комментариях этого приложения, затем в App Store почитал и, в принципе, пришел к общему выводу собрать все эти проблемы в одно единое целое и сейчас их разобрать, так сказать. То есть сделать разбор, чтобы вам было понятно, чтобы у вас вообще в целом не возникало таких проблем. Если же они у вас возникнут, вы их можете легко исправить.
А как исправить первую проблему? Для этого вам потребуется просто обновить систему вашего телефона, если она у вас на уровне 2017 года и, допустим, 2016. То есть такие версии, сразу говорю, не поддерживаются, вам придется их обновить. Спросите его, как это вообще все сделать. Если у вас на телефоне есть версия, не версия, а вот именно приложение обновления ПО, то, в принципе, проблем с ним никаких нет. Ну а если у вас его нет, вам придется искать в телефоне раздел автообновления и уже обновить его самостоятельно вручную. Вы можете это сделать в настройках, то есть зайдя в раздел о системе, и там уже все это поковыряться и найти. Для тех, кто не понял, то есть как это сделать, я, конечно, понимаю, что сейчас не все могут понять, то есть какой-то процент людей, которые смотрят мой видеоролик, они вряд ли поймут, как это сделать, поэтому напишите мне лучшего ВКонтакте, то есть я вам объясню, как все это сделать, потому что я понимаю, что на каждом телефоне свой интерфейс, и опять же на Samsung'ах, на Xiaomi у них совершенно другой интерфейс, отличается именно от в основном обычных андроидов, то есть напишите мне ВКонтакте, и в этом плане я вам помогу разобраться, то есть сделаю для вас небольшой видеоурок, как все это дело исправить, то есть как обновить самостоятельно вручную без проблем. Только главное, чтобы вы мне во ВКонтакте не спамили, то в последнее время спамят сообщения наподобие «добавь друзья» и «пропиари мой канал». То есть такие сообщения я сразу говорю, буду игнорировать, и вы, надеюсь, вы мне их писать не будете. Далее, как решить вторую проблему? Для этого вам потребуется два приложения, но хотя бы какое-нибудь одно из них. Либо CleanMaster, либо AppCap Clean. То есть два приложения доступны совершенно бесплатно на любой платформе. Вы можете их скачать абсолютно бесплатно. Я сделал на них обзор, вы можете посмотреть в моем плейлисте, называется он обзоры, то есть порядка 5 видеороликов вниз отлистайте туда, там и вы найдете два обзора на эти приложения. То есть я там все грамотно, понятно вам объяснил, то есть как убрать лаги и так далее. То есть если у вас будут лагать, это вообще дико универсально для не только для этого приложения, но в принципе и для других приложений. То есть я там все по делу объяснил, как все убрать. И в этом плане вам придется затратить порядка 5 минут, чтобы все это дело узнать. В принципе, довольно-таки быстро. Я затратил на это 2-3 часа примерно, чтобы разобрать все эти проблемы. Затем протестировал этот разбор. То есть действительно все работает. Протестировал на двух телефонах своих. И так далее. То есть я затратил на это 3 часа, вы затратите 5 минут, и вам, в принципе, довольно-таки сейчас это очень удобно. Так что не забывайте поставить лайк мне на видеоролик, потому что я действительно старался, искал выход из этих проблем, которые вообще в целом случаются при работе с этим приложением. Последняя проблема, наиболее такая редкая, как убрать баги, если вы их в целом обнаружили. В этом приложении достаточно такие много всяких багов встречается, но мы поговорим о самых распространенных, то есть, не, допустим, вы не накладываете эффекты, и при сохранении у вас сохраняется обычная фотография. Как вообще в целом это убрать? Для этого вам потребуется скачать, то есть, именно такое приложение, называется оно MadPaint, то есть Paint, оно, так скажем, добавит фотографии, для начала придет ее в исходный вид, то есть именно если она у вас загружена не в том формате, то есть именно бывают такие фотографии, которые загружены в формате, который не читает это приложение, и в принципе оно ничем и при сохранении никаких изменений не выдает. Вам для этого потребуется одно приложение, ссылку на это приложение я оставлю в описании. Если у вас будут такие проблемы, то переходите, скачивайте, в принципе, и так далее. То есть также вы можете, если у вас какие-то другие баги, вы можете напрямую написать разработчикам техподдержку, и они уже все это дело исправят. Спросите вы, где вообще в целом найти техподдержку. Это можно найти, в принципе, как и в этом приложении, так и в Play Market или же App Store. Также просто пишите приложение Lensa, заходите на него и отлистывайте вообще вниз, заходите на само приложение, листаете вниз, там будет такое приложение, такой раздел «Связь с разработчиками». То есть заходите туда, копируйте, вам в принципе понадобится только email, берете, копируете оттуда во email, и все, в принципе, вы можете уже писать разработчикам, то есть напишите им. Только есть одна проблемка, что отзыв надо писать именно на английском языке, потому что русский язык они особо не читают, у них англоязычная компания. В принципе, это особо-таки несложно, то есть воспользуйтесь переводчиком. Я понимаю, что некоторые переводчики переводят коряво, но обычно Google переводчик, в принципе, полностью справляется с этой работой, и вы с ним сможете нормально-таки обеспечить полную оптимизацию этого приложения, тем самым вы поможете не только себе, но и другим людям при работе с этим приложением. То есть у них не будет таких проблем, и у вас не будет, и, в принципе, все довольны. Также я, в принципе, уже все особо-таки рассказал, то есть все проблемы я рассказал, но также хотел бы вас попросить написать в комментариях, на какое приложение мне делать обзор в дальнейшем, то есть рассказать все его плюсы, минусы, как оно вообще в целом работает, какие проблемы там в частном случае случаются, то есть надеюсь, вы поддержите меня и напишите в комментариях, потому что в последнее время я уже не знаю, на какие приложения даже мне можно сделать обзоры. В этом плане, надеюсь, вы мне поможете. Далее, в принципе, я уже все рассказал. Также хотелось бы сделать небольшую рекламку моего второго канала, на котором я снимаю игровую тематику, то есть довольно-таки интересные игры. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. Ссылка на второй канал, опять же, будет в описании. Еще раз повторюсь, все полезные ссылочки будут в описании.
А также в конце, чтобы хотел сказать, если вы, допустим, что-то не поняли, как работать в этом приложении, допустим, я что-то не сказал, напишите мне в ВКонтакте, я вам там уже все это дело объясню, как с этим всем работать, то есть там вы уже более-менее что-то от меня услышите более поподробнее. Ссылка на мой ВК, еще раз повторяюсь, в описании, но на этом все. Всем пока, всем до новых встреч, с вами был ProGamer.